Если вы думаете, что это простой конвертер оптоволокна в медь, подумайте еще раз, ведь наши разработчики сказали, давайте дадим им больше возможностей. Итак, рассмотрим FTC-11XG. Это действительно переходник с оптоволокна на медь. Вставляете сюда SFP плюс на 10 гигабит, а с другой стороны Ethernet порты на 10 гигабит, что само по себе уже достаточно полезно. Но в некоторых конфигурациях используется только медное соединение, и вам нужно преобразовать оптоволоконный сигнал для объединения сети. Также мы добавили защищенный по стандарту IP55 корпус для установки снаружи, тоже неплохо. Но обычные медиаконвертеры скучны, нет функций, нет гибкости. Каждая дополнительная потребность вызывает огромную головную боль для вас и вашей команды. У вас даже нет возможности мониторинга соединения. Если что-то случается с сигналом, поиск неисправности начинается и заканчивается простой заменой преобразователя. Как это исправить? Ну, вместо того, чтобы пытаться сделать конвертер умнее, почему бы не взять умный свитч и не упростить его? FTC-11 — это умный преобразователь оптоволокна в медь, который работает под управлением Switch OS Lite. Он имеет собственный чип, позволяющий выполнять множество задач, о которых вы и подумать не могли. Среди них, например, мониторинг и управление интерфейсами. Главная причина выбрать этот продукт. С FTC-11 вы всегда будете знать, что происходит в вашей сети. И позвольте заметить, что мониторинг — это ключ к успеху и правильным решениям. Поддержка VLAN, SNMP-отчетность, базовое формирование трафика и фильтрация пакетов со списком контроля доступа. Мощный сетевой инструмент, позволяющий учитывать фильтрацию пакетов и маркировать VLAN на основе протокола 2, 3 и 4 уровня. Ваш конвертер умеет так? Не думаю. FTC-11 предлагает низкое энергопотребление и два способа питания – обычный разъем постоянного тока и PoE. В комплект входят PoE-инжектор, блок питания и все необходимое для крепления на потолке или стене. Подводя итог, это не просто конвертер сигналов, это защищенный преобразователь оптоволокна в медь на 10 гигабит с дополнительными функциями, позволяющими управлять своим трафиком. Обращайтесь к нашему дистрибьютору на сайте wifi.kz.